Всем привет, друзья. Делаю прививку и решил, вот попросил Славена, чтобы он заснял видео, потому что хочу с вами поделиться отзывом о шпателе для прививки личинок. Поэтому, кто не любит рекламу, можете выключаться. Ну а кому интересно послушать, что мы расскажем вам, покажем, оставайтесь с нами. Что же, друзья, пока не было у нас вот этого шпателя, которым я сейчас выбираю личинки. Вот, видно, не? Не видно? Да, видно. Я свято верил, что лучшего шпателя, чем швейцарец, не существует. В принципе, так оно и было, пока не появился на рынке совсем недавно шпатель от Влада Дончика. Вот, есть даже подпись. Шпатель от Влада Дончика. Появились они зимой, по-моему, может, они раньше были, но, так сказать, для заказа появились они зимой. И появился у меня один шпатель, я его не покупал, говорю сразу. Влад мне подарил для испытаний, для теста. И что я вам скажу, друзья? Когда я взял его в руки, просмотрел, посмотрел, сразу было видно качество изготовления этого шпателя. Очень круто сделан, видно, что это ручная работа. Кстати, сделана из медицинской стали. И сразу я оценил качество. Ну и когда пришли первые прививки, мы начали прививаться на молочко, пробовать и так дальше, то какое же мое было удивление, что этот шпатель оказался круче, чем швейцарец. Он классно берет личинку. Точно так же, как и швейцарец берет очень маленькую. Большую личинку невозможно взять, она сползает. И она хорошо его берет, она хорошо личинку отдает, шпатель в мисочку. Ну, очень приятно работать. Поэтому, если вы хотите прививаться кайфуя, так сказать, классно работая, ну, не получая никакого дискомфорта, то этот шпатель очень крутой. Понятно, что многие могут прививаться, скажут, я хорошо прививаюсь и китайцами, и так дальше. Я согласен, привиться можно чем угодно. Я в свое время начинал прививаться в 16 лет и алюминиевыми проволоками, и иголками шприца, и, короче, чем мы только не пробовали прививаться. То есть просто с чем сравнивать, друзья. То есть все познается в сравнении. Доехать, так сказать, в Киев можно и на маршрутке, а можно с комфортом в хорошем автомобиле. Вот точно так же и тут. Можно привиться и спичкой, а можно комфортно и удобно с классным шпателем. Чем этот шпатель круче, чем швейцарец? Они, по сути, одинаковые в самой лапке, я рассматривал. Но вот у меня есть швейцарец, который лежит вот в вот такой упаковке. Я заказывал в Парк Плюс, они мне сделали. Вот шпатель этот мне подарил Денис на день рождения. Я Интересно. Прикольно. Ваня, оригинал шпатель. Где? Вот, смотри. Оригинал в таком пенопласте продается. Это оригинал. Это на правую руку? Да. Это мне? Это оригинал, это мне. Это мне. Там их только всего две. Так правильно, мне и тебе. А, нет. Что? Мне и Жене. Надо было меньше Да ты снимать. не занимайся матково, Женя, он не выводит маток. Зачем ты ему? Я покупаю. Нет, пацан, я вывожу нет, маток. Нет, что, только два, действительно? Да, да, потом да. На в целику. В целику. Я с вами короче, не дружу. Вот надо выделить. Все говорят. Постыдные покупки. 3,90. Книга о генетике. Бакфаст. Это Адам? Нет, это не. А, нет. Это тоже о генетике. Это о Бакфасте и шпатель. Ну, шпатель это тебе подарю. День рождения? Да. Завтра? Да. А ты откуда знаешь? У меня завтра день рождения. Я писал кипятком, когда он у меня появился. Очень классно, удобно прививать им. Он очень удобно, в руке хорошо держать. Я еще и с Владом спорили на выставке, что швейцарский более удобен из-за ручки. Но, как оказалось, Влад не ошибался, в его ручке тоже все удобно. И, ну, швейцарцы, если вот так посмотреть, видно, Слав, или нет? Да, сейчас. То есть, если вот так два сравнить, то у швейцарца идет ровная ножка, а у Влада идет с изгибом.
И вот этот изгиб, он дает возможность брать личинку и при этом самым, вот сними, Славик, и когда берешь личинку, получается, не перекрывается обзор. Поэтому в этом тоже как бы можно все видеть, потому что тут все тоненькое, как бы удобно и швейцарцам прививаться. Но этот оказался более удобен и более как бы, ну, такой изготовление интересное. Я взял плохую рамку, очень мало засева нужного, приходится выбирать, при этом при всем, что я уже повыбирал. И что я вам скажу, сравнивая швейцарец и шпатель от Влада, то, конечно, Влада шпатель мне понравился больше, и швейцарец теперь просто лежит в коробочке, и так как это подарок был от лучшего друга, поэтому он так и будет у меня лежать и даже иногда работать. Возможно, дам Славику попробовать попрививаться, получится. Ну, для начала надо, наверное, китайцам, чтобы он получился. Да, Слав? Да. Ну и что я вам хочу сказать. После первой прививки этим шпателем я позвонил к Владу, поблагодарил его за этот шпатель и сказал, что без всякой лести, что этот шпатель действительно крут, действительно заслуживает внимания и что он даже стоит, я бы сказал, очень-очень недорого. Потому что швейцарец стоит 30-50 евро, то есть 1500 гривен в Украине, а вот этот шпатель стоит 400 гривен. То есть, ну, в 3 раза дешевле, чем швейцарец, но он в 3 раза круче, чем швейцарец. Поэтому, ну, я Владу говорил, что как бы и дешево он продает. Классный инструмент, классный товар, поэтому я рекомендую. Рекомендую именно с практики, с практической, так сказать, работы. Что еще хотел сказать? Про медицинскую сталь я говорил, да. Что это с медицинской стали, это ручная работа, Влад его сам делает. А, и самое главное, поблагодарив после первых, еще самой первой прививки, поблагодарив Влада, мы вчера Славик он привез, я сразу же сказал Владу, Влад, я заказываю тебе еще шпатель, и вот этот шпатель мне Влад подарил. Розовенький вот. А вот вчера Славик привез с новой почты. Мы получили. Я Владу заказал второй. Зачем заказал? Вроде бы есть и швейцарец, вроде бы есть и один. Я люблю, чтобы у меня в случае чего был всегда запас. Я запасливый парень. Чтобы у нас был запасик. Тут они вот в таких тубусах поставляются. Там есть поролончик внутри, чтобы не поломалось ничего. Потому что очень тоненькая и, ну, можно сломать здорово, так сказать. Ну, этот шпатель вроде бы такой же самый. Он ничем не отличается вроде бы, да, Слав? Да, ничем. Мы так посмотрели вчера. Поэтому у нас теперь от Влада есть два шпателя. Я всегда говорю, если бы было бы плохо, никто бы его не рекламировал. И никто бы не заказывал. То есть, если кто думает, что это все как бы ради рекламы, то глубоко ошибается. Действительно, ну, это и реклама. Пускай Владу будет реклама, потому что не грех и прорекламировать. Так, тут я закончил. Ну и это ж как бы информация для тех, кто захочет купить шпатель. Я думаю, когда мы идем в магазин покупать там какую-то эту, как его, аппаратуру, да, мы читаем отзывы, там смотрим, кто какие отзывы. Поэтому, кроме меня уже там, я знаю, многие снимали отзывы по шпателю. Ну, пускай будет еще и мой отзыв. Кому-то он пригодится, кому-то нет. Это же такое дело. Так что, друзья, рекомендую всем, кто желает себе на пасеке иметь в руках хороший инструмент для прививки личинок. Рекомендую именно шпатель от Влада Дончика. Никакие китайцы и рядом не лежали. Швейцарец позади этого шпателя. Это, ну, мое, конечно, субъективное мнение, но оно, я думаю, правильное. Потому что специалисты, я думаю, оценят, что этот шпатель круче, чем швейцарец. Ну и на подарок очень классная штука, да? Да. Ты бы хотел, чтобы тебе подарили? Конечно.
Ну, конечно. Может быть, я тебе на день рождения подарю такой шпатель. Вот как-то так. Так что, я думаю, любой пчеловод, который прививается у себя на пасеке, или ваш друг, или вы сами, там жена ваша, то этот подарок он оценит, я думаю, высоко, да? Да. Ну, как-то так. Комментарии... В комментарии, чтобы там многие не спрашивали, хоть Влада и знают многие, я закреплю его контакты, кому надо, обращайтесь. Все, вот такой мой отзыв. Владу привет, большое спасибо за шпатели, крутые шпатели. Всем желаю удачи, хороших вам прививок и хороших медосборов. С вами был канал Иван Фабро, Славен в роли оператора. До новых встреч, пока.